Благотворительный фонд Рената Усатова по случаю храмовых праздников выделил четырем селам на развитие инфраструктуры 400 тысяч леев. Речь идет о населенных пунктах Максимовка Новоаннинского района, Чолакуноу и Хелиуц Фалежского района, а также Стальничен и Единецкого района. Каждому из сел фонд Рената Усатова выделил по 100 тысяч леев. Деньги будут потрачены на развитие инфраструктуры. В селе Стальничен, к примеру, построят акведук, написала в Фейсбуке председатель благотворительного фонда Елена Грицко. Благотворительный фонд Рената Усатова учредил в 2015 году. За два года существования он направил на различные проекты по всей стране более 30 миллионов леев. На выделенные средства приводились в порядок территория, устанавливались детские площадки, закупленные фондом, приобреталась коммунальная техника, остро необходимая в городских хозяйствах, благоустраивалась инфраструктура.